Институт вычислительной математики и информационных технологий Казанского университета запускает бесплатные экспресс-курсы по подготовке к ЕГЭ. Молодые евангелисты и в МИД ВМК. Подробности в следующем сюжете. Качественно, быстро и без лишних трудностей подготовиться к единому государственному экзамену по математике и информатике теперь будет проще. Это первая полноценная инициатива в области образования и централизованной подготовки к ЕГЭ от ИВМИД. Курсы будут проходить для базовых школ института, а также для активных, хорошо успевающих школьников других учреждений среднего образования. Ведут у нас данные курсы преподаватели высочайшей квалификации Гуляндинова Аида Фаритовна с стажем работы порядка 30 лет, ну 29 лет, там скоро 30 лет будет, и Сидоров Анатолий Михайлович, который непосредственно является вообще в принципе экспертом в вопросах ЕГЭ по математике и обладает стажем работ более 50 лет. Для школьников также проведут индивидуальные дни открытых дверей, чтобы показать, как учиться в Институте вычислительной математики и информационных технологий. Так можно усилить группы, в которые будут поступать абитуриенты, чтобы получить высокий уровень базового контингента студентов уже на первом курсе. В частности, по предмету информатика занятия будут построены следующим образом, что сначала будет лекционное занятие, где мы будем рассказывать теоретический материал, показывать способы, методы решения задач. Потом школьники перейдут уже в другую аудиторию, разделятся по более маленьким группам и будут под руководством преподавателя отрабатывать навыки самостоятельного решения задач, которые могут быть им предъявлены во время экзамена. Занятия будут проходить один раз в неделю по 2-3 пары в день. Стартует программа 16 апреля и продлится до 28 мая. Подробности можно узнать на сайте Казанского университета. Энджи Минибаева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.